Фу, блин. Почему? Написано же! Подтяни ему штанишки. Я не буду этого делать. Ну давай веревку возьмем и веревкой. Лень, веревкой подтянуть штаны, ты че? Сработало. Пофикси вазу. Леня, реально гениальная шоколадка, а я вазу потяню. Блин, ладно, это было несложно. Ха-ха-ха, Владос. Что? Свидание пошло не по плану. Я его отравила. Черт возьми, блин, у нее в руках улики. Да, Владос, нужно ее спасти. Нужно что-то сделать. Сейчас придумаем. Вот. Что? Реально, мы стерли свет, и она убежала в ночи. Интересно, зачем мы зарабатываем вот эти деньги? О нет, что я наделала? А, реально, что ты сделала? Полиция уже приехала. Так, у нас есть какой-то ключик. Мы его забрали, и того у нас два ключа, потому что с прошлого раунда я тоже забирал ключ. Мы нож помыли. Нож помыли в аквариуме, все, рыбки его закрыли, никто ничего не заметит. Владос, ты что, помог преступнику? Я случайно, тут по-другому никак было, Лень. Всегда есть выбор, Владос. Этот график должен идти вверх. Сейчас исправим. Ну давайте, исправляйте. Мы только вам помогать не будем. Чё? Чё? Чё ты на меня так смотришь, Владос? Владос, может хватит? Владос? Согласен. А график нужно просто дорисовать. Все, это ж несложно было. Босс доволен. Мы заработали еще немножко денег. У нас $240. Ты подонок. Дай деньги, понял? Ладно. Быстро. Да, дам я. И чтобы забрать грабителя в участок, мы должны дорисовать здесь вот этот пропеллер. Удачно оставаться. Что? Владос, ты что наделал? Грабитель сбежал, у него теперь сумка в руках, вот. Лень, я что сделаю-то? Погоди-ка, мы можем дорисовать дверь, и грабитель снова сбежит. Блин, я второй раз его спас. Владос, да хватит, Владос! Лень, ну что я сделаю? Так, погоди, у нас что-то с шерифом случилось. Что-то он помер, мне кажется. О, мы собрали три ключа. Я пока что не знаю зачем, но... Смотрите, здесь у него лежит револьвер, лежит шляпа. Блин, это все равно ничего взять нельзя. Я тыкаю абсолютно во все... О, погоди-ка, мы взяли у него звездочку, и что? Мы сделали из нее шерифа? Все? А как мы его спасли? Походу никак. Ребята, давайте сундучки откроем, получим призы. Да, мы с вами получим кучу денег и какого-то зайчика-карандаша. Ребята, смотрите, здесь нужны подходящие ключи. В первый замок подойдет вот этот. Нет, Лень, в первый замок подойдет третий ключ. Смотри, раз. А? Во второй замок вот этот. Блин, ты что, реально тупица? Ты что, не видишь, что они вообще никак не подходят? А в третий вот этот, Владос. Да почему не открывается? Зараза. Ой, Леня, Леня, как же с тобой играть? Тяжело в эти игры, да господи, ну ты чё, ну все ключи, которые ты попробовал, не подошли. Мне нужно спрятать улики. Не бойся, красотка, вот пистолет тебе, на, держи. Добей ее! Лёнь, ты чё, сдурел? Чё, ща пистолет надо смоем в унитаз. Все, уликов нет. А то, что унитаз потом засорится. И следующее задание наше будет почисти унитаз. Это тебя не смущает, да? Да нормально. Так, мы с нее сейчас маску снимем, смотри. Это же та самая девчонка-грабитель. Блин, мы опять спасли грабителя. Да что с нами не так? Сделай ее моложе. Так, ну у нее есть ручка, и мы, по идее, можем здесь что-то исправить этой ручкой. Да, мы сделали ее. Ой. Не то сделали. Владос, а что не то? Ну, как тебе сказать? Да, я букетик подарю милой даме. А просто тебе скажу, перемотай на 5 секунд назад, и ты поймешь, что я там сделал не так. Блин, это так глупо было. Меня достали эти дурацкие носки. Да сколько можно? Нет, конечно. Как же его спрятать? Как? Просто дверцу закрой нафиг, да и все. Нет, Лень, это не работает. Нужно его помыть. Чё? Ну вот, видишь, в пене, зато его не видно там больше. Закрой чем-нибудь камеру. Ну вот, желательно резинка, давай ею залепим. Но здесь было реально очевидно. Владос, как ты до этого догадался? Нубкин, ну я же не такой глупый, как ты и Леня, понимаешь? Че? Не понял. А почему это Леня глупый? То есть то, что глупый ты, тебя не смущает, да? Ладно, мы нашли, кажется, этого парня, а как нам его отметить? Стоп, погоди-ка, почему у одного появился... Что? А? Чего? Нет, мы его опять спасли!
А ну, давай подбросим монетку, нам сейчас выпадет что-то интересное. О, попыт! Какой попыт, Лёнь, это стиралка нам выпала. О, давай тогда выбьем новый карандаш. Да подожди, мы еще даже зайчиком не попользовались. Поставьте лайк, чтобы нам выпал классный карандаш. Нам выпал енот. Мне больше нравится зайчик. Давай-ка мы ему обратно прическу приделаем. Что, в чем суть этого задания была? Я даже не успел понять. Ладно, это не обязательно. Так, мы его сейчас просканируем. Че у тебя там в сумке? Пистик! Забираем нафиг! Лёнь, ты его стер. О, преступник, из-за тебя пройдешь сейчас в аэропорт. Добро пожаловать в аэропорт. Лёнь, ты дебил. Что это, блин, за игра? Почему мы всем преступникам помогаем? Ты не пройдешь. Ай, пожалуйста, больше в туалет хочу. Надо его пропустить, нужно, сейчас сделаем, смотри. Не, Лёнь, не надо, да ну да ты чё? Вот. Сейчас можно. Господи, это что за дебилизм? Что за кринжатина? Что смешного, Лёнь? Блин, здесь все. О, господи, что происходит? Я даже не понял, в чем суть этого уровня, но мы, кажется, победили. А в чем победили, я не понял. И мы снова были в женском туалете. Разблокируй двери. Ну, чертика, собственно, сюда. Модную сюда. И ангела вот в эту дверь. Ну, все, двери разблокированы. Ладно, это было легко. Ладно, давай тогда ты теперь. Да, сейчас. Девушка. Я не понимаю, что делать нужно, Владос. Ну вот, что, собственно, и следовало доказать. Мы берем у него дубинку и... Все, Владос, я понял, сейчас я ему постучу по башке. Не надо, Лёнь, не надо ему по башке стучать, господи. Нужно ему просто дубинку отдать, а дальше он сам справится. Ведь это те самые два грабителя, которым мы помогаем всю игру. Откройте сейф. Запросто, раз, два... Три, бабах! День зато наша красотка! О, нет, это реально. Стоп. Вызовите змею. Змею? Она... Так вместо пистолета вот нужно на дудке поиграть. Сейчас змея сама... Ну да. Можно и так. Поставьте лайк, кто змей вообще не боится никогда. Посмотрим, сколько подписчиков у нас смельчаки. Ой, Лёнь, тебе самому змею покажешь, ты испугаешься. Чё нафиг, Владос, это неправда, чё ты гонишь? Ну вот, смотри. Что и требовалось доказать. Убери его подкоп. А, давай мы его сотрем тем самым якобы попытом, как его назвал Лёня. Так это ж попыт. Лёнь, тебе что, снова змею показать? Не надо, Владос, не надо. Нужно только это делать аккуратно, потому что иначе мы зацепим вот эту решетку, а ее стирать, как бы, ты понимаешь, нельзя. Владос, к нам кто-то в дверь стучится. Нужно спрятать пистолет. Ага, сейчас, секунду, давай Вантусом его. Кем? Вантус. Не вздумай меня так называть. Ван... Лёня! Ванту! На, лови змею, зараза такая. Вот то-то же. Ну, а теперь нам нужно действительно что-то придумать. Блин, у нас там пистик застрял, но... Фантус наш здесь не поможет. Смотри, мы можем взять банку и... Ну, например, дать ей в руку. Что? Смешно тебе, да? Это реально было достаточно кринжовое задание. Так, ну вы... Зачем ты стучишься? Можно дверь обойти, ты понимаешь? Здесь все очень просто. О, господи, ладно, тут есть шарфик. И мы этот шарфик зачем-то ему на шею положили. Зачем? Я не знаю. Что мы там скрыли, я тоже не знаю. Я потом пересмотрю ролик и пойму, в чем суть этого задания была. О, мы собрали один ключик, кстати. Лучше ключики не пропускать. Ладно, доверься мне, я сейчас их всех отсканирую. Что это? Лёня, у нее ножницы. Ножницы, мы уберем, пожалуй, это сделаем стирательной резинкой. Главное, чтобы их там больше не было. Что за бред? Не знаю, Владос, ну давай-ка мы это, окно протрем, а то не видно, куда мы едем. Да, Лёнь, вот то, что ты сейчас окно протер, полицейский нам сказал, да, класс, проезжайте. А ты был бандитом в это время. О, блин. Почисти бокал. Блин, ну мы его почистим, но сейчас что-то произойдет, да? Давай, давай, вот этот бокал почистим. Да, нам же делать нечего. Все? А ты что думал, этими стаканами пользовались бандиты? Думал на самом деле, что так. О, тот самый наш... Что я сделал? Я даже не заметил, что я сделал, я прошел уровень. Так это ж классно. Блин, нужно снова починить вазу. А, стоп, мы просто перемотаем время. Это было гениально. Чего, Владос? Как ты до этого додумался? А без разницы, как я до этого додумался, главное, что додумался. Начальник наш, кажется, спалил, что мы смотрим. Тихо, ничего не смотрим. Там просто картинка, просто какая-то цель.
цифра, давай мы прикроем ее вот этим графиком. Все, мы ничего не смотрели, мы ничего не делали. А че там за фильм там был, Владус? Лень, помалкивай, сиди. Давай-ка мы это гантелю и дадим, чтобы она к нам не приставала. И. Прикрой швабру. Что? Ну прикрыл, и чё? Фух, не заметил, нужно сбегать. Красава, Владус выпустил преступницу. Дайте-ка я нарисую дорогу. Кнопкин, нет. Там в машине был трупак. Чё? Да уже ничего, ладно, нам нужно исправить оценку, а как мы это сделаем уже... А, мы у неё скоммуниздим ручку. Сейчас мы исправим, оценка 5 с плюсом. О, Владус, это гениально. Я буду также исправлять оценки в дневнике. Сейчас, только попробуй, зараза такая, ничего ты не будешь. Так, значит, на... Что это было? Зачем платье снял? Ну так оно все было в красной краске. И чё? Лёня, красная краска. И чё? Лёня, это не то чтобы краска, это... Ну и чё, в чем смысл этой красной краски? Нет. Напишите, ребята, в комментариях, что Лёня, ну, чуточку туповат. Вот прям слегка. И поставьте лайк, если считаете так же. Брэ. Нас что, сбили? Ребята, я обожаю такие уровни. Поставьте лайк, если вы тоже. А что здесь нужно делать, собственно? Нам нужно правильно разблокировать замок. А, Нупкин, я понял. Смотри, все, выпустили. Поставь лайк, если заметил. Что заметил? Ну, перемотай, посмотри. Кто лопает шарики? Бум. Граната. Накрой чем-нибудь преступника. Ну, здесь самое логичное будет нарисовать елку. Почему она вообще без иголок? Эта загадка уже совершенно другая. Я бы поразгадывал такие загадки. О, я бы тоже. Давайте, если много лайков наберется, то мы сделаем такой ролик. Ё-моё, что тут происходит? Происходит то, что нужно лайк поставить. И на канал подписаться. Вот здесь кнопка подписаться и... Капец, у неё мозг большой. Отдай фонарик. Лень, ты что делаешь? Сейчас мы вот сюда посветим. Это не фонарик. Посмотри следующий ролик. Вот он здесь, нажимай на него. И в следующем ролике ты увидишь, как мы решаем остальные задачи. Подписывайся и смотри видосы.